Вот так, в гармонии с природой, 3 дня и 3 ночи провели юные листовцы в окрестностях Мещеры. Более 40 ребят собрал экологический турпоход в Клепиковском районе. Самым запоминающимся для них точно стал многокилометровый марш-бросок до деревни Ершова. «Разведай, выясни, спроси и помоги» по лучшим тимуровским традициям стали главными девизами похода. Всегда приятно, когда ребята вместе занимаются каким-то полезным общественным делом, вместе проводят время, весело. Время в походе сжато до предела, у участников фактически нет ни одной свободной минуты. Мастер-классы сменяют спевки, конкурсы, выступления, экологические акции, а завершает все задушевный разговор. За каждое удачное выступление участник получает бонус-наклейку, которая тут же приклеивается на отрядную газету, наглядно показывая, кто лидирует, а кому еще надо подтянуться. А еще здесь есть шальной футбол. За 10 минут команды могут, изменяя правила, заморозить противника на 30 секунд или уменьшить размер его ворот, а если надо, перейти на игру руками. После 2-летнего пандемийного онлайн-общения лист возвращается к активной деятельности. Мы как раз снова возродим в них вот этот дух активной деятельности. Они зарядятся, приедут в свои школы, в свои районы и смогут продолжать развиваться и делать что-то лучшее на благо нашей планеты. Потому что ведь девиз нашей организации – пусть мир изменится вместе с нами. Мы меняемся и помогаем нашему миру меняться вместе с нами. Организован поход общественной организации «Лист» при участии Управления образования и администрации Клепиковского района. Полина Сидорова и Анастасия Чучина были признаны лучшими комиссарами областной организации в последние годы. Впереди у листовцев осенние и зимние интенсивы, а также важные экологические акции. Материал снят в школьной телестудии «Марс ТВ» специально для телекомпании «Город».